Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Вы родились в Калининградской области. Это как-то связан, этот факт вашей биографии, стартовой, с тем, что ваш отец принимал участие в освобождении Кёнигсберга, то есть Калининграда, или нет, или так совпало? Евгений, можно на «ты», я умоляю. Поехали. Мы так давно знаем друг друга. Хорошо. Во-вторых, да. Я сейчас думал, ты сейчас спросишь, это связано как-то с песней «Морячка»? Это само собой, что связано. Нет, ну, что касается, да, отец освобождал Калининград, ну, собственно, да. И дошел до Берлина, и мама тоже всю войну прошла. Но они порознь, они уже были знакомы. Они порознь прошли всю войну. Она же на Халкинголе, да, по-моему? Она закончила войну уже после 9 мая, уже на Халкинголе. Угу. Потом они каким-то образом повстречались, и я не знаю как, но я родился, значит, не знаю почему, не знаю, насколько там причинно-следственных связей было, угу. Но я родился в городе Гусеве, Калининградской области. Угу. Если подробно, то я там прожил около года. Так. Ничего не помнил, естественно. Потом я прожил или несколько месяцев, или что-то около года в латвийском городе Приекули, по-моему, или станция, я вообще не знаю. Это все были гарнизоны, да? Это связано с местом службы отца. Да, гарнизон. А потом уже долго жил в Калининграде. Mm-hmm. В Калининграде я прожил 33 года. И 33 года я прожил в Москве. Mm-hmm. То есть скоро будет 34 года в Москве. Mm-hmm. Такая история.